23-й дом по улице Силаева жильцы прозвали «заброшенный угол». Нога дворника здесь не ступала давно, жалуются люди. Заросли травы выросли в человеческий рост, а недавно на Силаева появилась даже своя Красная площадь. Чтобы не пробираться к дороге по грязи, жители выложили тропинку из красного кирпича. Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, люди пришли на общественные слушания в рамках проекта «На связи с губернатором». Грязь, пыль, асфальт у нас переломанный. Хотя бы дорогу бы сделали нам, асфальт там проложили бы. Дети через садик пройти не могут ни осенью, ни весной, ни зимой. Ничего не убирается. Мы в пыли, задыхаемся. Машина проехала, все. Мы уже в пыли, мы ничего, никого не видим. Общественный совет в микрорайоне Озерный создан в апреле. Инициативная группа уже организовала несколько совместных акций. Привели в порядок сквер и парк скорбящей матери в совхозе «Кряж». Благоустроили территорию поселка Озерный. При участии общественного совета организовали автобусный маршрут до поселка Озерный. Наша задача – это сохранить и приумножить, и создать хороший, благоустроенный микрорайон, в котором мы живем. Общественный совет еще не только будет делать какие-то дела, но и контролировать проведение работ. То есть мы вот принимали этот парк, мы принимали, как делали вот эти тропинки, тротуары в поселке Озерном. То есть наша задача еще и контролирующая. Решать наболевшие проблемы с помощью общественных советов люди смогут быстрее и эффективнее. Следующий этап реформы местного самоуправления – выборы депутатов в районные советы. Они пройдут 13 сентября. Лариса Шлафаст, Дмитрий Мешканцов. События.